И это мы трёмся на почте России. Я тебя снимаю. Да, привет, девчонки. А самое главное, напротив открыточек, это как бы все намекает, да? С днем свадьбы. Можешь начинать краснеть. Да. Так, короче, на почте России что-то просит это посылочку с Алиэкспресс. Забрала. Интересно так. 100 лет тут не было. Всякие товары у них продаются зачем-то. Продукт. Кисель. Здоровье. Почтовая история. Почтовая история. Кисель. Плодовый ягодный. Горошек дорогой. Окорок, форма для запекания. Горошек? Да, вот. 164. А это персики. Принцесса. Вот эти. Горох принцесса 82. А нет, это ананасы. Не, это вообще ананасы. Да, тут перепутано. Короче, что-то у них тут это. Ну, цены нормальные. За Родину. Слушай, а это паштет за Родину. Индейки. Блин, я все хочу попробовать эти шпроты, которые за Родину. За Родину, но неплохие. Вот этот. Тут паштет шпротный только есть. Угу. 70 рублей. Нет. А это что? Обжаренная килька. Обжаренная килька. Килька, ну, все. Килька дорого. 101 рубль. Ну, смотри, какая огромная. Ну, большая, да. Короче, девочки, не дадут, мы за почту пришли. Ой, за это, за посылкой пришли. Или зачем? Ну, в общем, все здесь можно купить, на самом деле. Переролл там. Вон машины такие красивые. Смотрите, правда. Почта России. Жалко, внучка в Алешке. Курно купил бы. Ну и что? Форма для запекания. 789. Ой, а я сейчас... Ладно, все, погнали на этот, на Валберес. Посылочку потом попозже покажу. Что там взяла? Ну, там так, по мелочевке. Пойдемте на Валберес. И потом уже сразу все посмотрим. Все, вернулись уже. Зашли везде на Валберес. Зашли еще в Байрам. Блин, ну как не зайди, да? Все равно 1500 оставил. Как хоть 1600, короче, как хочешь. А надо было мне только томатную пасту. Ну и соль, может быть, если не забуду. Короче, и сметану еще. Томатную пасту и сметану. Все, девочки, 1500 оставил. Так, сейчас покажу. Сначала надо вытащить, а то там все завалено. На Валберсе тоже. Я на Валберсе поснимала. Я вам сейчас этот покажу. А вы потом будете сидеть думать, взяла, не взяла. Повесим интригу. Так, значит, чего мы взяли в нашем Байраме? Черноголовку. Это не реклама. Что-то мне так зашли, да? Ну, это мне просто пить хотелось сильно. Зашли сразу этот Байкал. Бодрость таежных трав. Сейчас охладим и взбодримся. Вообще не то, чтобы 100 лет. Миллион лет даже уже не пила я этот Байкал. Буду надеяться, что он прям вкусный, как этот. Молоко одно взяли, соль. Взяла еще. Что-то у меня взгляд упал. Ну, вот это потому, что голодная. Короче, у меня дома. Я поставила. Прежде чем выйти, я уже приготовила. Мне что, томатную пасту-то надо было? Эти мячики сделать, ежики. Я уже с рисом все перемешала, с луком это, да. Фарш оставила, думаю, приду, быстренько в духовку засуну. В духовке хотела запечь, не так, не варить. В голодухе увидели сосиски. Не сосиски, сардельки. Это очень вкусные, эти нашего мясокомбината рощинские называются. Я не знаю, есть ли они еще где-нибудь, но у нас вот есть. В натуральной оболочке, ну, были вкусные. Так. Прежде чем докопаться до товаров с Алиэкспресс, надо мне этот. Это то, что из Васиной сумки вытащили. Теперь из моего рюкзачка еще. Надо мне рюкзачок поменьше купить, а то в этот что-то прям много очень влазит. Потом тащить его тяжело. Так, луковицы взяла 3 штуки. Потому что последние стерла. Ну, собственно, саму томатную пасту. Буздяк тоже. Я вот стараюсь все буздяк покупать, если что. Ну, вот как-то мне, знаете, не промахнешься. Так, потом сметана 0,5 кило, чтобы щедро помазать на этом, на, как его называют, мячик это, ежики. Так, потом, значит, сыр по акции Брест-Литовский, российский, взяла. Потом, что еще у нас, ириски этот были по 25 рублей, по 26. Думаю, возьму-ка впрок 10 штучек эти шебу. Тоже. Ну вот иногда у них бывают хорошие цены. Ну как-то в основном. Ну это тоже, знаете, по карте. Без карты, 36, что ли, пакетик стоит. Это кому? Это кому? Че?
Твоя? Смотри, твоя? Конечно, это ее, конечно. Все. Открывай. Что, на. Так, это твоя. Так, из Алиэкспресса. Так, Ирис, давай-ка ты этот. Отойди-ка вот так из кадра. А то ты нам все перекрываешь. Все полно, да? Все. Можно убирать. Короче, то, что было в Алиэкспрессе, зашла. А я, главное, не знала. Оказывается, у нас тоже есть теперь доставка. Уже какое-то время нельзя же было покупать. Помните, там все, когда перекрыли, нельзя было покупать. Ну, в смысле, возможности можно было, но возможности не было. Не оплатить ничего. А, вот. А теперь что-то как-то оно пошло через Узбекистан, что ли. У меня маленькая посылка, что-то как-то через Узбекистан. Короче, Алиэкспресс.ру тоже работает. Ну, доставка в России тоже есть. И принимает наши карты. И там, как новому пользователю, у них есть акция, что-то по 70, 3 товара по 79 рублей. Ну, в смысле, каждый по 79. Там у них акции есть по это самому. Ну, короче, фиксированная цена, там, сколько ты товаров берешь. Так, во-первых, я зачем-то схватила, ну, я просто не знала уже, что брать. Схватила подставку по телефону. Это, знаете, для блогера вещь нужная. За 79 рублей подойдет. Вот такая вот. Тинс, тинс, тинс. Короче, на стол ставить. Вот такая. Можно будет на мукбанк, когда вот так напрямую поставить. Ну, короче, пригодится куда-нибудь. Опять же, Вася смотрит в этот, садится. Где-то у меня валялась, я из Испании притащила. Но она не очень удобная. Она... Здесь вот, я так понимаю, можно поставить, и прямо будет телефон стоять. Ну, то есть вот так вот напротив. А с той подставкой его ставишь, и его все равно надо на бок вот так наклонить чуть-чуть. То есть как бы под углом, получается, снимается. Потому что если поставишь прямо, телефон падает. Там не засыпляется. Ну, какая-то такая не очень удачная. Я ее покупал за 4 евро в китайском магазине. Ну, то есть, считай, почти 400 рублей. А это за 79, ну, за 80 пускай. Ладно, пускай будет. Нормальная дошла, хорошая. Коробочка, правда, вся какая-то раздерганная. А она еще вот так делается? Ты посмотри, что она еще выдвигается. А я что-то помню, какая-то вроде побольше она должна быть. Вот, вот так. Вот так мне, наверное, вообще. Сейчас мы ее на мукбанге испробуем. Нормально. Так, потом я взяла себе ножницы. Стрель парикмахера же у меня больше нет. Взяла ножницы. Не знаю, нормальные будут, нет этот... Можно регулировать. Вот такие тоже 79 рублей. Сыты. Надо еще сейчас посмотрю, если эти будут хорошие, возьму филировочные. Там же филировочные. И мне что-то надо как-то поискать насадку. Девочки, не могу. Вы мне хоть говорите, там продаются много машинок. Много продаются. Много проблем в том, что у них насадки все маленькие. Одну только нашла я какую-то машинку. У нее насадка 2,5, а мне насадку надо 2,2 где-то вот так вот, 2,1, 2, ну, этих сантиметров в смысле, 22 миллиметра, 21 миллиметр, вот так вот. А они 1,8 и все. То есть они стандартно 1,8 идут, все. 1,8 коротковато. А вот именно 2, 2,1 идеально получается. Не могу найти ни отдельную насадку, ни такую. Нашла насадку 2,5, 4,5. Ну, то есть такие большие нету. Так, и главное, что меня беспокоило, вот эта сумочка. Я, короче, заказала сумочку. Тоже за 79 рублей. И она открывается-то. Она это... Для косметики, чтобы организовать всю свою косметику. Сейчас посмотрим. Переложить. Она у меня так в ящике и лежит. Вот ты посмотри, какая. Она раскрывается. Еще на кнопочку. Ну, кнопочки такие, конечно, себе. Не особо держит. Но факт, что они есть. С двух сторон еще кнопочки. Ладно, кнопочки, кнопка. А, вот. Ручечки есть. Ты смотри, какая модная. Так, а сверху она что, не закрывается? Вот так вот получается, да? Вот так. Кармашки. Здесь вот.
кармашки. Здесь такие же кармашки, плюс боковые кармашки есть. И вот эти вот замочки. Ну, я думаю, моя сюда вся войдет. Косметика какая есть. Замочки вроде бы работают. Ну, что за 79 рублей? Нормально. Да? Ну, давай сразу ты ломаться не будешь. Будьте счастливы. В принципе, вот так вот. Что-то, конечно, кривенько. Ну, прямо скажем. Ну, пойдет мне. Ну, просто реально у меня все раскидано. Надо ее как-то этот переложить. И такая хопс. Хопс. Сюда, наверное, даже еще и маникюрные принадлежности возьмут. Ой, возьмут, говорю, войдут. Вот. Дальше что? Все, да, вот это же все мы купили. И шла посылка, сейчас скажу, дней 10, наверное. Да, дней 10. И почему-то она, по-моему, шла через Узбекистан. Потому что я когда стала смотреть, мне писали, что вам посылка из Узбекистана. Я думаю, нормально. Ну, короче, вот они. Наши на сегодня покупочки. Это уже было. Это так и продавала. Так, сюда, сюда. Это что такое? Это какая-то пилюшка еще. Почему это? Что-то приклеено. Откуда выпало-то? Какая-то штучка еще выпала. Махра, это, по-моему, вот отсюда выпало. Значит, такой, короче, все. Так, что у меня по Вайлдберрису, девочки? По Вайлдберрису. Смотрите. Покажу, что это было. Что, где была моя голова, когда я это заказывала, не знаю. Но смотрите. Так, ну без меня это выглядит как-то вот так вот. Да, такая скружевчика. Да? Вроде бы ткань приятно. Сделана в России. Размер вот такой вот. Прикольно. Прикольно, сейчас померим. Ну что тут скажешь? Поближе вам поднесу. Подальше. Ужас. Все-таки я, наверное, еще не ношу 70-й. Какая-то она очень большая. Очень такая секси. Я даже не могу понять, идет мне леопардовый цвет или нет. Посмотрите. Ой, без штатива, конечно, как всегда, что у меня штатив. Девочки. Ну, красота. Или что? Ну, куда вот в таком? Немножко промахнулась. Ну, ладно, бывает. Ну, а чтобы вам было совсем интересно, предлагаю делать ставки. Выкупила я это или не выкупила? Ну, короче, я говорю, где была моя голова? Я решила что-нибудь радикально такое, ну, домашнее, но чтобы такое было красиво, чтобы всем понравилось, что такое максимально женственное, девочки. Это леопард, это максимально женственно. Короче, думаю, ну, вот так вот, чтобы не в халате, не в майке, так раз сел, этот, красиво. Но что-то она сильно красиво получается в это место. Я все-таки думала, оно не так открыто, я думаю, ну, вот, как бы, нормальное декольте будет такое, да, а оно прям уж, ну, too much такое, что-то до пупа. Получается, что в ней уже как бы на люди не выйдешь, ну, так вот, между нами девочками показать-то можно быстренько, да, а вот уже на люди как бы не выйдешь в таком сниматься, я думаю, ладно, не буду я в нем сниматься. Ну, большеватая, она, знаете, большеватая, она вот здесь вот какая-то огромная, она здесь-то вроде нормальная, а вот тут вот она как будто упасть все время хочет, ну, так эротично так с плеча скатиться. Поэтому Вася показал, он сказал, ну, возьми на вырост. Короче, на вырост, ладно. Ну, рост только. Ну, или ушить, говорит, и можно, ну, короче. Все. Это я оставляю для вашей фантазии, как вы любите фантазию. Можете делать ставки, взяла, не взяла, буду носить, не буду носить, короче.
Не, ну в кадр я ее точно не буду наливать. Ну, можете, конечно, поспорить между собой, взяла или не взяла. Но у меня там еще на примете еще леопардовые штучки. Поэтому это еще не конец. Примерком не конец. Я еще, ну, заодно я и выяснила для себя, идет мне леопард или не идет. И вы напишите, идет мне такой леопардовый расцвет, как его называют, расцветка или нет. Ну все, есть охота уже сильно. Пойду я варить сардельки. Мы с вами побежим на мукбанг. Кто со мной на мукбанге бегает, пожалуйста, присоединяйтесь. Сейчас побежим чуть попозже. Сначала не кусайся. Взрыв какая. Ай. Че? Че ты кусаешься? Зачем? Вот зачем ты это делаешь сейчас? Для чего? Змеище. Змеище мое. Возьми еще маленькую. Ну вот что делает кошка? Ну вот что делает кошка? А у нее, смотрите, знаете, что есть? У нее есть мадуги. Я сначала думал, это гречка. А это у нее пятнышки родимые. И у нее вот здесь вот еще тоже. Мне говорят, все, глазку вытри, глазку вытри. Я тоже раньше вытирала у нее. Да подожди ты, не кусайся. А у нее вот здесь вот в глазке, в левом. Не подожди. Прям в самом вот, где вот всякие грязька скапливается, у нее там родимое пятно. Ну, как, знаете, не родимое пятно, а как веснушка. И на губах тоже, как веснушки вот эти. Я раньше думал, что, ну, поначалу-то, что это у нее там грязька, и пытался ей все выковырять. Пока не дошло, что это просто вот такое родимое пятно. Я сейчас укушу кому-то. Нацелилась уже. Все, пойдем, пожрем. 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 Кушать хочешь? Кушать. Хочешь? Такую. Такую хочешь? Такую хочешь сразу. Все. Хочешь такую? Все, хочет такую. Все, пойдем мы пожрем, девчонки. Пишите ваше мнение про леопарда. Пока-пока. Увидимся.